Здравствуйте. Мы в магазине «Светофор». Тарелка прозрачная за 66,90. От Паши Вахчин. А также у нас есть и по этой же цене тарелка с декором. Сама она черная, глубокая. Декор от золота. И точно такая же тарелочка есть у нас за 54 рубля 90 копеек, мелкая, черного цвета, и тарелочка белого цвета. Белый цвет и рисунок золотой. А также можно подобрать еще и набором. Есть пиалочка под первое блюдо, под второе блюдо и пиалка. Три предмета будет. Также можно подобрать и темную тарелочку под первое, под второе и салатник. Цена 54,90 и 61,90. Тарелка десертная 19,5 35,90. Прозрачная, без декора. Салатники я вам показывала светлые, теперь вот темные такие. Давайте рассмотрим, что у нас в холодильнике. В холодильнике у нас в Светофоре капуста, очень хорошо замороженная, нет льда. Так, а цена на нее? Цена на нее? А цену на нее я не вижу, к сожалению. Также капуста, брокколи. Здесь килограмм, и цена на нее 99,90. Ну, практически 100 рублей. Посмотрите, какая она маленькая, аккуратненькая. Заморожена хорошо, нет льда, не поломана. А также овощная смесь. Замороженная овощная смесь. Здесь килограмм, и за килограмм 84,90. Тоже заморожено все аккуратненько. И еще здесь рис. Шампиньоны замороженные, аккуратненькие, хорошенькие. Цена на них 127,90. Есть светлые, есть темные, есть, конечно, немного вот покрошенные, но можно выбирать, и нужно выбирать ровные, хорошие. А также давайте рассмотрим клубнику. Клубнику я покупала в магазине «Светофор». Она спелая. И здесь у нас килограмм, за килограмм 135,90. При покупке ее разморозить, вымыть и использовать. Клубника хорошая. Наполнитель кошачий 5 литров. И цена на него 48,90. Кошкин секрет. А еще есть наполнитель, это уже новинка. Новинка вот такой вот для кошачьих туалетов. Здесь 1,7, и цена идет у нас 205,90. В магазинах «Светофор» привезли силикатогелевые. У кого кошки, наверное, скажут, хорошие или нет. Каша овсяная с молоком и персиком. Хайнц 300 грамм. 86,90. Есть с персиком и есть с яблоком. Домашняя каша 200 грамм. 21,90. Она кукурузная. Кто любит кукурузные каши? Очень даже вкусная. Персики консервированные в сиропе. 79,90.
Какао-напиток 25 рублей 90 копеек. 3+. И привезли черный чай кенийский. 100 пакетиков и 50 рублей 90 копеек. Там пакетики прям находятся. А также чай фруктовый, 50 пакетиков, лесные ягоды, лимон и малина. И давайте посмотрим, что у нас светофор привез к дачному сезону. Луковицы лилий. Их тут не видно, они прям маленькие-маленькие. Одна луковица. Цены нету, потому что только что привезли. На гладиолусы тоже цены нет. Две здесь луковицы. Потом неизвестные мне цветы. Вот это вот. Не знаю. Здесь три луковицы в упаковочке. Гладиолусы тоже. Две луковицы. И хорошие луковицы такие, свеженькие. Очень много различных луковичных привезли. И преимущественно по две, по три луковицы внутри. Здесь вот пять малышки такие. Ирисы. Давайте посмотрим. Три луковицы ирисы. Видно, нет? Гладиолусы. Три луковицы. Луковицы такие прям хорошенькие, свеженькие. Картиночки здесь вот нарисованы, но цены пока нету. И мы были в магазине «Светофор». Что мы там купили? Купили немного, но все же. Купили вот такие вот замечательные пряники. Маленькие-маленькие. Я их сейчас вскрою, покажу вам. Александра пока скажет, сколько стоят они. 36 рублей 500 грамм. Опа! Вот такие вот малышки. Вот такие вот малышки. Маленькие, мягкие. С фруктовой начинкой. Ну, это любит у нас сын и муж. Вот такие вот маленькие сидят за компьютером или смотрят телевизор и прянички с кофе пьют. Хорошие пряники, в принципе. Еще у них вкусные, знаете, в светофоре такие кругленькие. Тоже они вкусные. Затем мы купили, как обычно, свою покупку. Это у нас грудинка. 238 рублей за килограмм. Это наша тверская грудинка. Я не уверена, что во всех магазинах эта грудинка есть, так как все же, вот, допустим, Краснодарский край, там светофор, там завоз немного идет своей продукции. Также и у нас тверская продукция идет именно в тверской светофор. Мужчины любят, мужчины едят. Я им не отказываю в этом. Опять же, повторная покупка. Чего я вам советую? Это полезный завтрак. Йогуртно-овсяный на молоке. Я пришла к выводу, что мне больше все же понравился вот этот вот с ежевикой и черникой. 60 рублей. 60 рублей, но мы еще купили вот этот вот без молока. Но без молока, вы знаете, ну для меня это баловство, потому что мне не понравилось. Нет, это вкусно, но для перекуса именно с молоком. Именно вот этот молочный, он вкусный. Поэтому лично я рекомендую вам на молоке, но у кого вдруг непереносимость или что, можно вот без молока, совсем без молока. Клубника, банан идет здесь. Бумажные салфетки, обычные, на обеденный стол. Они там 11,80. Совсем дешево такие, прям, знаете, вообще. Купили, забыли даже о чем. И мне что понравилось, вот такая покупка, это новинка. Я даже не знаю, к чему она приурочена. Наверное, все-таки к 8 марта, я так думаю.
Здесь набор досок. Набор досок. И давайте вскроем, посмотрим. Мне они понравились. Там были продолговатые. Вдруг вот кому нужны будут. Такие продолговатые. А потом прямоугольные. И вот эти вот продолговатые, но с рисуночком. Здесь они как, ну, не совсем продолговатые, да? А там еще были вот такие, прям вот как яичко. И вместо сердечка просто кругленькая здесь дырочка такая. Мне вот эти очень понравились. Здесь три. Качество у них, сами можете посмотреть, хорошее. И размеры как раз те, которые вот в ходу. Большая. Сейчас я померю и скажу вам, какой размер. И размеры у них вот большая, большая, 370 на 230. Нигде она не треснула, ничего, прям хорошая. Вот эти полосочки, это просто обжиг, когда обжигали. Затем средняя, 300 на 180. То же самое, симпатично смотрится. И самая маленькая. Маленькая у нас идет 250 на 150. Тоже вот что-то, допустим, закуски какие-то небольшие порезать. Тоже очень. Производитель Москва. Так что обратите внимание в своих магазинах.